Сейчас я процитирую. Ты писал, пошлю нахер директор школы за админку. Мой скайп слоник 12. Да, я. А кто это? Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Здравствуйте, а кто это? Это Свиридов. А вы помните, Свиридов, что 12-го вам в школу? А зачем она мне? 85-ю. Как зачем? Да в жопу эту школу, кому она нужна? А? Кому эта школа нужна? Вам, наверное, как вы думаете? Кто вообще такой, чтобы мне говорить? Что? Вы как разговариваете? Хорошо разговариваю! Вы идите в жопу! Иди нахуй! Всем привет, дорогие друзья! Вот и прошли праздники, вот и прошли новогодние каникулы. Сегодня 10 января, я начинаю опять искать грифер. И знаете, такое ощущение, как будто прям на подбор. Вот тут один человечек пишет, значит, пошлю нафиг директора школы за админку мой скайп. Слоник 12. Вы знаете, он прям так и пишет, типа пошлет нафиг директор школы за админку. Это уже стали практиковать здесь, да, гриферы? Типа они что-то сделают за админку. Хорошо, у него был скайп. Слоник 12. Давайте попробуем позвонить ему. Сейчас посмотрим, кого он что пошлет, какого директора. У него, видимо, не будет ни дома, ничего. Это будет... Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Если он действительно кого-то прошлет, я выложу этот выпуск на канал свой. Если не пошлет никого, значит, я ничего укладывать не буду, соответственно. Сейчас. Давайте его добавим. Подождите секундочку. Звоним. Ну, чего трубку не берет? Алло, бля. О, ты трубку взял. Слушай, взял. Здорово. Здорово. Ты тут, подожди, я сейчас тебя процитирую. Ты писал, пошлю нахер директор школы за админку. Мой скайп слоник 12. Да, я. Бра 4, да, или БПА 4? Да. Чё, да, бра или БПА? БПА. Так ты говоришь, ты пошлёшь директора. Как ты это сделал? Да. За какую админку? То есть ты всего лишь, что ты хочешь, это админка, я так понимаю. Да. Скажи, а ты грифер? Нет. А почему ты так не любишь своего директора школы? Ты дебил, что ли, или что? То есть, почему ты... Он тупой! Он постоянно... Он у нас потому что классный руководитель, ёпта! Она ебучая дура ставит нам двойки! И... Она... Чё ты вообще... То есть, ты понимаешь, что это мазохизм как? Ну, то есть, ты вообще с ума сошел? То есть, посылать директора... Ну, блядь, возможно, и сошел. Иди нахуй! Короче, тебя это интересует, блядь! Интересует, подожди! Да, меня интересует. Но подожди, а у тебя есть дом? Ты вообще грифер? Дом у тебя есть? Как ты? Как... Нет, у меня дома, блядь. Я только зашел на сервер. Ну а как ты представляешь, что я тебе админку дам? Я вообще обычный игрок. В смысле, блядь, ты обычный игрок? Ну, я обычный игрок, как мне тебе админку дам? Ну, блядь, что, будешь покупать мне ее? А почем? Тебе какую надо? Подожди, тут есть владелец сервера, имеешь в виду? Владелец сервера, да. А из-за чего ты хочешь ее получить? Ты хочешь портить жизнь игрокам? Не-не-не, ты чё? Я хороший игрок. Просто если я буду спонсировать то, как ты как бы это... Будешь банить всех, кикать, это как бы ничего хорошего-то нет. Ты где вообще? Где ты писал? А, вот ты, стой, БПА-4, вот ты, да? Ты... Это ты кто? И вас тут много, блядь. Я не знаю, кто я. Тут какой нас... у тебя ник? Серджо мой ник. Где-то. Короче, слушай, ты меня обмануть, походу, решил. Я хотел представление, сейчас со скайпа сброшу так. А, не-не-не, жди. Ну, давай, звони, я не знаю. Чё пищит? О. А кто это? Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Здравствуйте, а кто это? Это Свиридов. А вы помните, Свиридов, что 12-го вам в школу? А зачем она мне? 85-ю, как зачем? Да в жопу эту школу, кому она нужна? А? Кому эта школа нужна? Ну, вам, наверное, как вы думаете? Так, кто вообще такой, чтобы мне говорить? Что? Кто вы вообще такой? Вы как разговариваете? Хорошо! Что?
Хорошо разговариваю! Что кричите? Все, идите в жопу! Иди нахуй! Алло! 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 Походу пиздец в школе. Я забыл, что он наш классный руководитель, блядь. По какому предмету? Он нас по иньязу. А зачем ты фамилию свою назвал Свиридов? Ну, блядь, так получилось. Не подумал нихуя. Хули ты ржешь, мне пиздец придет. А ты будешь, блядь, дома на диванчике лежать. Хуи сосать. Стой. Знаешь, ты реально... То есть ты реально послал, да? Да, блядь. Я вот думаю, как... То есть реально тебе дать админку или не давать? Да, давай. Слушай, ну то есть ты как бы... Ты же сдержал обещание, правильно? Да. То есть ты, получается, честно ее заработал, так? Да. Я самый честный. Сейчас, подожди, я тебе куплю админку. Давай. Сейчас. Давай, быстрее. Мне нужна админка. Как пойду, застрою себе домик. Так, попробуй. Напиши что-нибудь в чате. А? Вот, владелец сервера Брат 4, видишь? Я сдерживаю свое слово, на самом деле. То есть ты реально... Я видел, что ты реально позвонил директору сейчас. И ты его послал. А я тебе обещал за это владеть. Я сдерживаю свое слово, я не вру. Но, послушай сюда, если ты будешь гриферить, если ты будешь банить и кикать, я тебя забаню, ты понял? Ага. Ты понял, я тебя спрашиваю? Да! Я не одобряю, что ты так директора послал, так больше вообще не делай. Хорошо. Но слово свое держу. Если ты будешь гриферить, админку сразу тебя отберу, ты понял? Да. С тобой уже следят. Все, я... Так, бан. Я тебя оставляю в скайпе, если что, я тебе... Ты помнишь всегда, я тебя найду. Ага, да, я помню, все помню. Все, давай. Не грифери. Я иди нахуй, спасибо за админку. Ты что, охерел, что ли? Это ты меня послал так, что ли? Он скинул еще разговор. Ну-ка, подождите-ка. Он в скайпе меня удалил. Он не понял, что я как бы вообще, ну, Седжо как бы. То, что вокруг меня летает тут 500 человек. Я же на сервере нахожусь. Но если что, он будет гриферить, я его всегда найду. Ник его Бра4, БПА4. То есть вы, ребята, все это запомните. И если что, находите его на сервере и следите за ним. Вообще, он действительно послал, это было интересно. Вообще, IP в описании находится под видео. Заходите сюда. Здесь есть Bedwars. Skywars здесь есть, который мы сейчас чиним пока что, но он здесь есть. И я всегда вот так часто нахожусь на сервере, всех жду, поэтому заходите. Хотите админку, читайте условия и попробуйте ее получать. А чтобы получить, нужно скрин со мной сделать. И может быть вы ее получите, может быть. Не факт, что вы ее получите, но может быть вы ее получите. Не надо потом мне говорить: Сержу, где админка? Я же сказал, что может быть. А не точно. Поэтому, дорогие друзья, вот все вот так вот здесь летают. Нас здесь много. Заходите, ищем грифер. А Бра4, я помню, директору школы привет. Всем пока, друзья. Всем пока.